мирного урегулирования. В этом смысле, мне кажется, Франция могла бы сыграть свою роль, не все еще потеряно. This has not been free and fair elections. No OSCE observation. Highly restricted environment, which is diplomatically what I can say, but more than that, this election has been based on repression and intimidation, and being held on the Ukrainian occupied territory, violating Ukrainian sovereignty. It definitely cannot be called an election. It's a procedure that is supposed to resemble elections. Some might call it a reappointment, lacking any legitimacy. Я думаю, что все возможно в современном мире, но я уже говорил, и это понятно для всех, что это будет в одном шаге от полномасштабной Третьей мировой войны. Думаю, что в этом вряд ли кто-нибудь заинтересован. За несколько дней до ухода господина Навального из жизни мне некоторые коллеги сказали, и не сотрудники администрации, некоторые там люди сказали, что есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах. Навальный умер. Теперь он может произносить его фамилию. Он не боится его больше. А вас за что? Вы что, скандировали?